Так, ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут и Зевалка. А мы сегодня решили опять сходить на Скелетрона, но уже более подготовлены, нажились гранаты с пчелами, еще меда налили, регенерироваться побыстрее. Короче, вот мы собираемся. Ой, да, так, пей все, что я тебе дал. Сашими свою хавай, там рыбу хавай. Все, что есть абсолютно, короче. Давай только быстро. Все, готов. Погоди, так, остановись. Так, гранат. Так, ну все, готов. Идешь призывать, да? Я буду или кто? Ну ты уже подошел туда, так что давай. Ну давай, граната пошла. Себе на него пилька. Ну, блин, да, пчелок много как-то. Блин, выжить бы. В натуре. Чё-то мы в разнобой побежали, так нормально, пчелы же. А мы ему не даем на кого-то сосредоточиться. О, давай по черепушке накрываем. Вообще, фига себе, смотри, сколько пчел. Охренеть, я в шоке. Аж ФПС, ну, кадров на 3 упал. Кстати, руки почти отвалились. Да, блин, рука должна отвалиться. Ну, одна есть. Два, вторая теперь. Блин, помоги. Они все не туда идут, куда надо. Иди я в мёд. Я ещё кидаю, а ты кидаешь? Конечно, кидаю, я все почти раскидываю. А зачем он кидается, он дурак? Я ж тебе говорил, что он будет это делать. Ну, всё, отлично, вторая ты. Летает пчел. Фига себе, его сложно гасить. Так, ну-ка, тише будь. Я не знаю, почему он за тобой летит. Я тоже не знаю, потому что я нормально. Ай-яй-яй, да ёб твою. Ай-яй-яй. Так, все, кончились. Играй по-взрослому. 50 хп, блин, тут. Да не умирай, пожалуйста. Я помру. Блять, ты не... Нет, ну, сука, ты так... Ой, это ё. Очень баганая вот это у него. Ну, я все гранаты потратил, все. Ну, он меня, как сказать... Почти убили, но он меня сейчас в углу забил. Мне кажется, я все равно с ними доправился. Да нет, кстати, управился, если бы он не полез. А, блин, можно было еще пчелометом. Можно было. Можно было забафаться тогда, когда я тебе сказал. Ну, блядь. А почему мы не можем сделать эту багнутую фигню, типа, сделай две этих, две фигни, ну как их звать-то, тренировочные эти манекены, два сделай, и я тебе одну штуку покажу, как в них там баговаться при помощи слизни, типа, по нам не будет урон падать. Во-первых, сейбах уже, наверное, давно пофиксили. Во-вторых, ну, даже если не, он рассчитан на то, чтобы его пройти без бага. Ну вот, тогда неинтересно багать вот это все. А давай с багом попробуем. Даже не хочу начинать. У нас остается единственный вариант, это фармить пчел опять. Потому что с них падают вот эти гранаты, которые нам очень помогли. Не дотянулись. У него атака эта баганая какая-то, он зажимает в себе и просто все не отпускает. Поэтому я призываю пчелу, вот так вот сделаю даже, все.
Не, ну обидно, наполовину там череп еще кран какой-то. А вот то, что он мелкий скелет выпускает, ну ничего не было. Ну я же тебе это сказал. У меня еще прокачанный эксперт человек и камень. Да, он там полетел. С арены пусть не даже не думал поливать. Ну вот говорю, все, что нам остается в дохард-моде, это фармить пока что пчелу, а потом стрелять. У меня серебро закончилось, придется стрелять обычными мушкетами. Ну блин, лишний раз блин. Я, наверное, уже помрет, не займи. Я не хочу хилку. Я еще 16 призываю. Она на меня согревает. Даже я ей люблю урон наш. Все, это на пчелу летит. Пулемет пугнала. Блин. Попался немного. Ну и что, добьешь? Не надеюсь. Не уверен немножко. Убежден? Сумел. Ну, 12 пчеланат, пчеловод вот обычный теперь наконец-то. Ну все, что падает с нее обычно, в принципе. Так, патроны надо будет. Я тебе знаешь, как хочу предложить сделать твою серию? Как... Так, ну что ж, друзья, у нас попытка номер 2. Сейчас зевалка будет призывать. И все сначала. Так, на одном уровне нам надо, наверное, быть. Ой, точно, надо же съесть, погоди. Надо же съесть рыбу. И все, надо съесть зелье выпить. Потом что еще надо выпить. Делать это надо быстро. Да. Так, давай. Пошла гора. Ух, фига себе, мы его тут скидались. Аж слышишь, тупой упал. Ну, не знаю, у меня на... У меня что-то дырка офигела, аж видно немножко всё. Сколько пчёл, офигеть, сколько пчёл, слышишь? Да мы его сейчас... Руки синхронно сломались. Мы его сейчас сломаем. Главное, чтобы он под землю не сматывался. Главное, чтобы он нас писал. На рука откинулся. Офигеть, мы его... Заебусь. Слушай, это, наверное, супер быстро. Тихо. Беги. Бегу. В сторону. Поймал скотину. А ты тихо уворачивайся. Уворачиваюсь. У него 8000 хп еще, триндец. Давай. По нему урон забили, значит, проходить. Ему камень. Ну,
Ну нормально. Слушай, вообще. Будем делать пчелиные гранаты. Понял, да? Будем делать призывалку пчелы. Конечно. И делать пчелиные гранаты против стены плоти. Конечно. Ниже его надо опустить. Так, бля, сейчас вот он для меня доберётся. Скотина. Тихо. Сколько у меня осталось? Я, если чё, к тебе телепортнул просто. Конечно, быстро. Тебе никак иначе нельзя. Телепортни не надо. Вообще мало осталось. А, трындец, пытаюсь. Главное мне по-быстрому зарезаться. Черт, не дамажит им. Так. Погоди. Терпи, родной. Пытаюсь, родной. Я лечение просто сделал. Так, давай, сейчас. Быстрей. Иду. Давай. У меня гранаты кончились. Камон, 300 хп. Да. Сука, сосо. Мы так, его победили. А где мой мешочек, я не понял, что за наиболее. В смысле, инвентарь? Посмотри. Нету. Как нету? Меня наебали. В смысле, нет мешка? У меня нет. Я видел, как он дропнулся, но у меня его нет. А? Как тебе его не дали, у меня? Вот сейчас дали, он из ниоткуда просто появился. Странно. Так, ну чё, дали. Ух, маску скелетрона, костяная перчатка, чё? Это все? Костяная перчатка, да, все. И деньги еще дали. Ну как, все, это не все, конечно. Теперь можно официально спускаться в подземелье. Да, опа, костяная перчатка, в чем она плюс? Можно кидаться костями, которые ты найдешь в подземелье. А теперь давай туда спустим. А, ну давай, поехали. Ну так на стену пути надо эти гранаты делать. Так, челик там и делает. Сейчас попрям. Ну слышь, мы прям с тобой тут затащили этого, прям как день грелку порвали. Да я. Ну, так... если опустить тот факт, сколько он нас до этого. Не, ну так-то все классно, надо ключи искать из сундуков. Трындец, проклятие положили. О. Я уже ключик один нашел. Да я вижу. Темные ключи надо искать. Ну, розовый. Не. Розовый? Да. Ну, короче, темного сундука. Ну да, теневой ключ. Ну да, вот. Там воду откроем, потом сюда. По-моему, еще у нас теневой замок был в этом. В аду. О! Механик. Механик, о, наконец-то мы сейчас сделаем визера. О, фига себе, стоит четкая картина. Везде эта японская картина висит. О, два сундука сразу резнулся. Даже не два, а там. А нет, то кровать. Блин, а как до этого добраться? Я нашел химический стол. И что в нем делать можно? 33%. Ну, зелье делать, только 33% не потратить ингредиенты за зелье. Круто. Блин, а как вот картинки? Что-то картинки собрать не можем. Ну, это ты уже как-нибудь там надумай. А я тут побегаю, пока посмотрю. Так, на эти надо золотые ключи. Ну ладно, фикс это и тогда пока. Фигни. Так скажу. Ключи пока не выпадают. А они должны были со слизней таких падать, синеньких. Ну там типа в слизни ключ будет торчать. Ну, картина там, конечно, божественная. Все мешают, что у меня нет блоков. Хотя не есть. Еще у меня это есть. О, охренеть, какую штуку нашел. Какую? Я нашел колдовской стол.
Он, короче, дает баф, как та штука, которую я в джунглях находил, что типа... ты, если ты используешь, у тебя, мол, оружие ближнего боя будет улучшаться, а в этом случае больше питомцев нужно призвать. Короче говоря, мне сейчас 2 беса. Нормально так, я не думаю, наверное, Та, что в инвентаре завис. Ну, в смысле, засветился в инвентаре. Ёкало, мне как... Ох ты, чё ж вас так много-то, черти. Ужас. Ну, ты превращен в кучку плоти. Ну ничего, расстраиваться сейчас никто не будет. Ну, конечно. А я забыл, в аду теневой ключ нужен был. Да, там были сундуки. О, я знаю, куда я сейчас тогда пойду. Потом. Ну тогда иди туда. Потом пойду туда. А чё потом? Давай. А потом, потому что сейчас самое интересное неохота пропускать. Интересно. А-а-а. Зараза, да что ж такое? Там колючка внизу аккуратно. А, я попался он. Ну, я помер. Монеты мои подбери. Подобрал 2 золота. А теперь стой, жди, пока я к тебе приду. Тут долго на месте стоять нельзя. Просто вот еще в чем проблема. Нашел нужного пациента. Кого ты нашел? Слизень. Ключ нашел. О, фига себе, единорог в перевале восхищение. Фига себе, если карту не достал. О, Мурамасу нашел, офигеть. Это кто? Это меч. Откуда все ключи-то взялись? Ну, слизень же, блять, говорю. Убиваешь слизня, и с него падает ключ. Слизень. Блин, я тебе слизень. Забыл сказать. Но мой нынешний меч, он, блять, все-таки лучше, чем Мурамас. О, вот это вот, наверное, супер-мега-сундук. Но этот можно только в хард моде открыть. Подожди, стой, не дергайся. Сука, что меня бьет? Я пойду сейчас тогда. Другое место. Мурамаса был бы идеальным мечом, фига если... Фига себе, что нашел древний шлем некроманта. Тут есть сет некроманта, он типа это... Ну тоже хороший. Я с ним в 1-2 проходил стену. Да от кого? А, это с каким во мне заспалось. Так, подожди. Деньги мои обратно, ты же не верну. А, ну молодец, я брал. Ох, господи. Не, ну поздравляю с тем, что мы сделали этого кабачка. Наконец-то. Не в ту... Я еще водяные свечи собираю. А зачем тебе водяные свечи? Ну как зачем? Мобов потом фармить будем. Ну да, как зачем? Чтоб опять к нам этот точно на одноглазый прилетел. Ну а что тебе это? Ну а что тебе это скотина одного? О, теневой ключ. Всякая карта. Ну, в принципе, не таким серьезным будет. Ну, уже никаким вообще не будет.
Я тебе еще что скажу, сюда есть смысл ходить после хардмода, тут другие мобы начинают спавнить, совсем опасно. Опасно? Типа там паладин или какой-то ниндзя-скелет там был, ну типа вообще лютый. Он там редкий, как один на миллион, тупо он прессается, короче, и ты не понимаешь, что происходит, он там внутри из угла в угол летает просто, как это... Как плюшевый. А где там еще золотых ключей не осталось? Нет. Блин, это есть плохо. Не все открыто. Сука, да что ж ты будешь делать? Ну я нашел еще один золотой, надо сейчас где там сундуки открыть. Нафига, стойте, блин, нафига из ледника ключи? Никто не знает, нафига ты с ледника ключи? Да я не знаю, у меня на автомате такое, типа, начинает думать просто, как будто если включу с ледника, это будет как подушка. Ну, учитывая его внешний вид, это, в принципе, логично, но, увы, сука, проклятие, блять, опять. Ну тут тёмки, можно будет много всего болеть, но... Я бы на твоем месте, кстати, потом отсюда ушёл, чтобы она у нас появилась. А ей есть куда появляться? Да. Чё, серьёзно, что ли? Да. Ну, пусть появляется тогда чё. Я ж, ты ж знаешь, я только за.